Cyclops, Maps, третий номер. 20, не помню, ну что-то в районе 25-28 грамм. Классная планирующая блесна. Сейчас у них, правда, ценники какие-то просто жесть. 1000 рублей, грубо. Упс. Препятствие. Опа. Препятствие. Ну вот так. Тут главное. Ага. Вылетело. Блин, обожаю этот способ ловли. Конечно, на камеру он достаточно, ну скажем так, скучноват. Но вот эти все тактильные вещи, когда ты дно чувствуешь, и надо вовремя оторвать приманку. Ага, вот этот пенечек там, за которым щучка и стоит. Сейчас такой хитрый способ еще от цепа можно попробовать, выдать плетенку, сейчас ее вытянет по течению, потом резко дернуть, и она как бы обратным ходом тоже может выдернуть блесну. Сильно выдал. Вот, вышло. То есть блесна вот так идет и на отстрел не отходит, а его плетенка разворачивает и рывок идет назад. На течение хорошо помогает. Обратная ступенька как бы. Упс. Не, грунт. Тут прикол в том, что надо только крючком умудряться коснуться дна. Блин, я обожаю эту ловлю. Я не знаю, пусть даже не клюет, но столько тактильных ощущений разных. И это все-таки не джиг. Хотя очень похоже. Эть. Ну, без этого никуда. В такой рыбалке. Да. Называется блесна имени зацепа мертвого. Того, что крючки острейшие, так они еще и с двух сторон. Ой, ну ой, как она планирует. Как она планирует. Между веток там где-то плетенка трется от ветки. Ребята, там криминалом попахивает. Сейчас зацепик был легкий, я так приотпустил
И на течение блесна ушла с него. Оп, еще один. Так, там что-то кусты такие капитальные вообще. В таких местах можно часами сидеть. Кто кого вымучает. Щука тебя. Или ты ее. Мепс лайт поставил. Циклоп, который только легкая версия. Из тонкого такой жести сделано. Ну-ка, вон к тем коряшкам скорей. Ну-ка, вот к этим коряжечкам. Быстрей. Ну-ка. Матрикс. Боже, он и на течении хорошо проводится. И очень планирует хорошо. Есть. Ага. И есть. Небольшенькая, но по классике взята. Грамм, не знаю сколько, 500-700. Плотненькая такая, смотри-ка. Так, подруга дней моих суровых. О, ну тебе надо подрастать. Если ты не в курсе, то я тебе подскажу. Красоточка, иди. Тихо. Пальцы мне отдай. Ты в шоке, да? Никогда так не ловилась еще.